ребят, всем привет. Неожиданно для всех я оказался снова в кустах. В принципе, может и ожиданно. Сегодня вот поедем кататься вниз. Совершенно непонятное, но здесь объезд, и это радует. Петля, стол, петля, там вниз прыжок. Комаров тьма. Уклон такой, кстати. Не думайте, что тут нет. Еще какой уклон. Да. Ого. Бля, как бы она на меня не упала. Охренеть. Она огромная. Тут топор нужен, по идее. С такими деревьями делаем. Прыжок. Ну да. Получше стал. Короче, такие дела. Комаров много. Кое-где валяются деревья. Не частенько они сюда что-то приезжают, хотят люди. Может приезжают, может просто ничего. Так повезло мне. Ну ладно. Очень волнительно, непонятно. Попробуем раза три скатиться. Время 6 вечера. И посмотрим, что там будет дальше. Домой поеду, наверное. Велосипед едет классно, тормоза хорошие после прокачки, вилка хорошие, руки вообще не отбивает. Дядя Миша раз построил класс, я даже с ним раз два, наверное, участвовал в процессе, за что ему огромное спасибо. И даже эту хрень прыгнул. Ну как, я все не прыгал, я все съезжал. Ну так прикольно, приезжать можно сюда со шлемом, на ногу увереннее себя чувствуешь. И тело еще
не привыкла, точнее отвыкла, не привыкла к этим ощущениям. Все очень быстро происходит, нужно успевать дергать, за поворотами следить, за ветками. Да. Ну, ладно, я хотя бы не упал. Контакт ощущается, кстати, классненько. Контроля намного больше над велосипедом. Ну, по крайней мере, так чувствуется. Вот так вот. Ну, раз-два еще точно я съеду. То есть она выше втулки. Это бревно, оно не съедется. Оно мне 15 сантиметров до колена не достает. Вот такие дела. Комары не отдают отдыхать. В общем, выдался первый за многое время день без дождя и без ветра. То дождь, то ветер. Лето началось, а погода кончилась. Приехал я сюда посмотреть, что как. Изменения вообще дикие. Места не узнаю. Абсолютно новые. Скатываюсь просто как мешок. Но прикольно. Главное, что в шлеме. В шлеме безопасно. После такого велосипед не развалился. Че по восьмеркам? Чисто. В общем, не знаю, помнят ли что-то у меня руки и ноги или нет. Я не знаю, каждый ли сможет это съехать, но я съехал. Но я съехал, так что если съехал я, то съедете и вы. И про контакт. Не знаю, кто-то говорит, что катать в них, типа, вот по таким местам это неправильно. Но я скажу, что это охренеть как правильно. Потому что у вас не убивает ногу с педали. Ну, естественно, она у вас пристегнута. Вам не нужно опускать пятки и молиться, чтобы у вас не выбило ногу. Кто-то скажет, что это дело техники. Может быть. Но, блин, контакт это вообще вещь. Мне кажется, если бы я был на топталках со своими дырявыми кроссовками, то я бы тут уже 3000 раз улетел в кусты. Повороты даются почему-то намного проще. Не знаю почему. Может потому что не так сильно боюсь, как тогда. Может просто из-за того, что контрики построили классные. Но трасса вообще, трасса огонь. Очень классная. И здесь объезды. Я бы посоветовал всем прыгать поначалу все. Но кроме вот этого. Здесь вот на этой полке от этих бревен до вот этих помещусь я вдвоем, причем два меня в длину. Это немножко страшновато, но вполне безопасно. Больше скорости надо, но зато везде есть объезды. Вот полку выскребли, вполне можно объехать. Если есть люди, вот так не делайте никогда, иначе они упадут и умрут. Смотрите, какая она огромная. Я стою вот внизу, вот. Она мне по плечи. Еще один кружок, и закругляться можно. Но когда едешь вот тут, то есть у вас голова вот так вот, понимаете, да?
Очень глубоко. Ну, дядя Миша тут, конечно, навел шухера. Все вообще прям глобально поменялось. Я не знаю, сколько сюда времени убито. Но если посмотреть вот на это, тут очень много веток, очень много грунта. То времени здесь убито, я просто боюсь представить, сколько. Это я сюда приезжал с садовой лопаткой, с пакетом, чтобы подсыпать выход. А тут целые полки появились. Что еще сложно, то что здесь грунт, песок. Приходится подстраивать трейл часто. Пульс вообще вот тут адреналинус во всех щелях. Вот этот прыжочек, он недостроенный, но я бы упрыгать не стал. Что хочу сказать, с каждым разом все лучше и лучше. Ну потому что страх пропадает, и пытаешься как бы сам как-то уже оттолкнуться, пролететь. Ощущение классное. Также, ребят, проходит на канале, не знаю сколько уже, месяц сбор на квадрокоптер. И за время, прошедшее с прошлого видео, пришел донат от Сергея на 402 рубля из Иркутска, за что большое огромное спасибо, благодарю. И вообще за прошлое видео, наверное, человека 3-4 отписалось из Иркутска, говорят, типа, привет из Иркутска. Так что прекрасному городу Иркутск, привет. Опустите руку в Байкал за меня когда-нибудь, а я еду домой. Надо знать меру, на самом деле я бы еще спустился разочек, но на первый раз после 3 или 4 лет перерыва, я думаю, хватит с меня. Еще сюда я буду приезжать обязательно. И вот этот прыжок, вот этот, он очень коварный. Ну, из-за того, что я новичок, мешок, когда я к нему подъезжаю, я 3 раза к нему подъезжал, ощущение такое, и сразу визуализация в голове, как я лечу кубарем, или там в пенек какой-нибудь, который торчит. Ну, короче, падаю. Но прямо перед вылетом, вот прямо перед вылетом, ты такой говоришь, нет, это все херня, этого ничего не будет. И прыгаешь. И у тебя все хорошо. Не так уж и далеко от дома. Прекрасное место. Вот такой маленький, но довольно быстрый выпуск получился. Лето началось. Всех поздравляю. Катайтесь с удовольствием. А я поехал домой. Спасибо вам за просмотр. Вилка воздушная. Работает вообще на 10 из 10. Не пробивалась. Руки очень хорошо себя чувствуют. А вот на Рукшоксе, кстати, было больно. А на этой вообще прекрасно. Очень комфортно.